Расскажите, пожалуйста, вот об этом тоже. Фонд Гейдара Алиева, представитель фонда, уже здесь более... Вице-президентом которого вы являетесь. Да, и у нас много проектов, начиная от сферы науки, здравоохранения, экологии, искусства, молодежи. Охватывает очень большую сферу. Слава Богу, все получается. Для меня, наверное, самое главное и самое ценное – это, конечно, социальные проекты и благотворительность. А как вы... такой, конечно, каверзный вопрос, потому что всем понятно, что любая работа, она тяжелая, она требует как раз личного участия постоянного. Да. Вы же и главный редактор журнала «Баку», и, соответственно, вице-президент фонда Гейдара Алиева. Еще пишете картины, как вы сказали, стихи пишете, в том числе и на русском языке. Как все успеваете? Да, спасибо. Да, приятно за это, но времени не существует. Концептуально. Да. Главное, чтобы было желание, и главное, чтобы это было от души. И когда ты видишь, что твои дела приносят радость и пользу, то можно успеть все. Как это ваша выставка? Да, наша выставка, да.